Всем привет, с вами Zoom Прокат. В сегодняшнем ролике я вам расскажу о новой системе поддержки стабилизаторов Tilta. Данная система позволяет разгрузить оператора при длительной работе со стабилизаторами Ronin. Разгрузка состоит из легкого жилета с функцией поддержки, а также строп, соединяющий всю конструкцию. Жилет оснащен регулируемым по высоте адаптером, который позволяет устанавливать стабилизаторы DJI. Адаптер имеет два переходника, один под рукоятку аккумулятора, другой под треногу. Также можно прикрепить дополнительные рукоятки к подвесу и использовать поддерживающие ремни, чтобы прикрепить рукоятки к жилету. В комплект рукоятки не входят, заказываются отдельно. Такой вариант крепления создаст сразу несколько точек соприкосновения, что позволит вам более стабильно и комфортно работать со стабилизатором, а также позволит вам освободить руки при необходимости. Разгрузка уже доступна на нашем сайте, бронируйте, а также не забывайте подписываться на Instagram, Telegram, YouTube и ВК. Всем пока!